Это видео будет посвящено интернету и подключению по Wi-Fi. Как вы можете видеть, вот мне пришлось подключить уже USB зарядку. Не знаю по какой причине, но вот в течение сколько прошло? Ну буквально часа два, наверное, пока я делаю видеообзоры. И плюс всю ночь он просто пролежал и разрядился в ноль. Попросил зарядить аккумулятор. Ну ладно, что, надеюсь, это будет просто что не раскачанный аккумулятор. Может быть, такая модель мне попалась. Но что-то как-то не понравилось мне, что так быстро аккумулятор сел. В общем-то, я практически ничего не делал, аккумулятор сел. Так, загружается. Сделаем поближе. Вот, загрузились, наконец-то. Надеюсь, он глючить не будет, как в прошлый раз. Я его не смог что-то запустить. Итак. Ну. Так. Ну что, новое окно пусть будет. Не хочу, конечно, сетовать на все телефоны LG Optimus. Но я пока не вижу, чтобы он нормально работал с интернет-браузером. Может быть, браузер такой. Может быть, данный телефон такой. Ну, честно говоря, это уже третий дубль этого видео. Я все никак не могу добиться от него нормальной скорости работы браузера. Вот что-то выскочило. Сейчас начну нажимать. И что? Вот он сам что-то там пытается делать. Ну, давайте картинки тыкнем все-таки, чтобы что-то хоть запустить. Это мне не нравится. Вот он там что-то тыкает сам. Ну, куда уже запустится-то нормально? Во! Наконец-то! Запустился. Ну, в конце-то концов, что так долго-то? Зайдем на наш любимый сайт M4UM. Во. Так. Грузится он чуть-чуть медленнее, чем, например, Acer Liquid или топовая модель от Samsung. Samsung Galaxy S. Чуть-чуть помедленнее грузится. Обзор вот у нас есть тут какой-то. Вот уже новинки есть. MF-каст. А ну-ка, вот интересно мне, будет ли воспроизводиться звук. Ну, долго грузится, конечно, браузер какой-то не очень. Итак, Ася, давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Да, к сожалению, воспроизведение аудио нельзя. Флеш, видимо, нужно. А скачается ли у нас файлик? Или он у нас сразу будет открываться? Нет, пошла загрузка. 22 мегабайта. Ну вот так он относительно шустренько. Но пока он грузится, мы выйдем. Да, вот он грузится. Ну вот, собственно, так отображается у нас картинки, интернет весь этот. Как вы могли видеть, небольшие глюки были. Вот пока он, кстати, грузится, вот он тоже еле что-то тормозит немножко. Давайте зайдем на какой-нибудь другой сайт. Хабр. Простенький сайт. Та-та-та-та-та-та. Там грузка идет, да, грузка идет. Ну вот, собственно, мы подгружаемся. Какой-то злой здесь Android. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то нажали. Вот так отображается интернет-странички. Не скажу, что быстро все происходит. Ну, по крайней мере, вроде неплохо. Правда, что-то мне не понравилось, как он глючил в самом начале. Афиши РБК. Угу.
Дальше, что там еще есть-то? Твиттер. Ну, Твиттер я не буду запускать, все с ним ясно. Мой мир. Спорт-экспресс можно посмотреть, что там. Ну, что такое? Он опять на сайт лезет. Тут у нас все загрузилось. Загрузка завершена. Через музыку. Во, МФКас пошел. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста МФКаст. Как всегда, мы вами его раз в неделю представляем по новостям от сайта МФКаст.